Всем привет! Вот и лето прошло, словно и не бывало. А у нас в Воронеже его и вправду слабо почувствовали. Я расскажу о погоде на ближайшие выходные осени. В субботу продержится пасмурная погода, без осадков. Днем столбик термометра покажет плюс 23 градуса, ночью плюс 15. В воскресенье ясная погода будет только в первой половине дня, во второй небо затянется облаками. Днем столбик термометра покажет 24 градуса, а ночью плюс 15. Блокнот «Воронеж» открыл новый раздел к 1 сентября. И если у тебя есть что предложить школьникам и их родителям, звони, и мы расскажем об этом всем. Подробности в описании.